Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру по названием Зуба, и сегодня будем прокачивать механика Сьюзи на 17 уровень, да. Ну а почему бы нет, раз выпали жетоны вот недавно буквально, почему бы эту имбу не прокачать? Шикарнейший персонаж, шикарнейшая имба, хпшечки почти 1500 накидываются, и ну и мы выходим наконец-то почти под 12 тысяч хп, но это не точно. 12 тысяч, конечно, хотелось бы, но ровно 12 тысяч мы не получим. К сожалению, всего лишь 11. О, да там до 12 еще далеко, оказывается. Ну да ладно, переоценил я мощь Сьюзи, но все равно имба 17 уровня. Я даже не думал, что когда-нибудь ее прокачаю, но, как видите, прокачал. Опять же, сандали святого — единственный персонаж, который использую, потому что нету ни одного легендарного предмета, блин. А дефибриллятор брать с этими игроками, ну, я не очень хочу, сами знаете, какие там игроки в командных боях сейчас крат. Хотя иногда стоит. Да, ну, что же, погнали, в общем, командные бои. Я вообще, да, не брал бы этот предмет, но как... Ну, я имею в виду, я бы лучше взял все-таки дефибриллятор для команды. Но, судя по тому, что я обычно влетаю на пчеле и пытаюсь затанчить весь урон, который возможно затанчить, чтобы эти вот гении не поумирали. Многие, да? Так вот, приходится как раз за счет сандали святого это делать. На подходящей для этого территории, типа на воду поставил турельку там. Ну и пошел врываться с сандалями святого там. Под ботиночком, под сандалями святого, вот на вот этой зоне очень красиво все можно сделать. В принципе. Да, ну что же, побахаем по енотику. Дробовика мне, к сожалению, точнее, копья нету. То есть основного оружия у пчелы сейчас на текущий момент не хватает очень сильно. Не знаю, чем дамажить противника, если честно. Просто даже не понимаю, чем его дамажить. У нас никс падает. Что этот енот. Так, енота добили, вот копье. Вот копье, которое мне не было нужно. Все, теперь мы можем подамажить. Теперь можем подамажить, но, к сожалению, у нас никс далеко слишком. Турельку поставили и бахаем. Так, заевейдили немного урона. Немного промахнулись. Закинем сейчас лук. Копье, конечно, в никуда улетает. Турельку еще раз поставили. Бочкой один урон проевейдили. Вот кто убивает так быстро, а? Кто мне турельку убивает? Вот гады, а? Блин, не добежал, ну... Да. Вчетвером одного меня душили, пока моя команда непонятно где, непонятно чем занималась. Какая-то команда попалась очень странно, если честно. Вроде я дрался, а команда бац, пали. Странные ребята, однозначно. А вот эти молодцы, которые меня задушили. Потому что они как бы... Они били, по сути, одного меня. Остальные просто умерли непонятно от чего. Ну, из того, что я видел. Хотя, опять же, как там баг как-то вот умер тоже. Вот вопрос, как они могли умереть, непонятно. Ладно. Ну, я пока копье лутал, они же все помирали. Да. Как же они не могли помирать в этот момент? Самый лучший момент. А я там не мог просто на льду из-за того, что скоростью, подвижностью персонажа выше. Да. Просто не мог. Как, это не енот убил? Нет, это пантера убила. И забрала золотой лук. Осуждаем пантеру. Я тоже хочу золотой лук. Только еще лучшее легендарное копье. Вон, она упрыгала только что, испугалась. Два енота в команде. Это лучше, чем в прошлом бою. Их было всего один. Но это не помогло ни разу. Не знаю почему, но не помогло. Может быть, енот играть не умеет? Возможно. Играть уметь — это сложное дело. Кнопки нажимать надо. Ставим турелечку. Мне не понравилось то, что акул там очень жесткий какой-то был. Он постоянно турельку убивал. Постоянно. Или кто-то другой убивал турельку. Я так и не понял, что там было. И почему. Так, ставим турельку. Закидываем урон. Бахаем по лиске. Далеко собралась? Недалеко. Брюсик тут еще бежит какой-то. До свидания. Попрощались мы с Брюсиком быстренько. И надежненько. Стенки поставили. А это не наша команда там? Блин, я случайно турельку лишнюю поставил. Ну ладно. Сойдет. Залутаем здесь. Вон там ребята тоже залутаются. У нас тоже умер в команде, да? Нет, это енот просто, который не бегает, командно играет. Сложная командная игра. О, никс молодец. Подставился, умер. Этот гений, конечно же, решил его поспасать. Он же гений. До свидания, гений. Ну чё? Тут, не тут? Ладно. Так, ну чё, погнали, наверное, к этому никсу. Вдруг с него что-то легендарное выпадет. Ну, вряд ли выпадет. Енотик здесь какой-то бегает непонятный тоже. А что он рассчитывал, непонятно. А ну-ка, будешь стрелять мне через текстуру?
Не хочет стрелять почему-то через текстуру. Прекрасная моя пушка. А нет, хочет. Стреляет. Она стреляет. Шикарно. Шикарно просто. Она стреляла. Она реально стреляла. Видела, по плюсу были выстрелы. Как вам, а? Нимба? Нимба. А вот Ленинград дробовик. Так, ну, змея можно, в принципе. Змея адекватный. Ну да, змея даже лучше реализует, чем моя непонятная Сьюзи. У Сьюзи вот такой вот дробовик. Ну, дистанция не такущая, плюс у змеи замедление. Ну и самое важное, это то, что... А в кого его использовать? Правильно? Не в кого. Хотя, может, там какой-нибудь 20 уровень, енот. Или что-нибудь еще мощное, типа вот пчелы, которая способна... Или баг, да, к примеру. Которая способен просто взять и задушить. Вот, к примеру, Брюс. Вот, к примеру, вот стоит он в этих кустах, да? Если он вылезет... Там 20 уровень, ну, к примеру, просто говорю, он бы нас задушил очень низко. Потому что если бы он попал на меня, попал на змею, мы бы вряд ли смогли убежать. И он бы нас просто, ну, там, буквально за пару тычек бы шот. Скорее всего, но это не точно. Потому что такой ладриалин у меня, по крайней мере, есть, у пчелы, наверное, нету. Или есть тоже, не знаю. Это как бы одно из сложных вещей. Пантера думала, что ей все можно, если она там стоит. Но моя автоатака, которая... В игре у всех персонажей есть, позволяет просто находить то, чего не видно. Да, шикарная автоатака, одобряем. Разработчиков, которые позволяют находить любителей посидеть. Так, ну что же, первая победа Питова, надо бы еще одну хотя бы залутать, потому что мне там нужно вроде две победы подряд. А то мне там не всегда оно получается, а квестики, так сказать, сами себя не сделают. Поэтому победки надо залутать. Но, дам два льва! Вот львы сейчас, короче, это офигеть, какие балансные персонажи. О, лук. И копье бы еще, копье еще хочу. О, залутали, отлично. А теперь можно идти убивать вот этих вот ребят, которые здесь стоят. Шикарно, просто шикарно. Как же мне не нравится. Равика бы еще добить тоже. Равик почему-то не использует свой активный навык. Он что, умный самый, что ли? Копье. Вы видели, копье не попало? Офигеть, офигеть. Там же 100% попадание было. Как? Как оно не попало? Мне вот понравился Рави, да. Ну, это же кофе, вы же понимаете, да. Гений с кофе. Как же по-другому сказать, но суть в том, что он не использовал активный навык. А зачем? А зачем использовать на Рави активный навык? Правильно говорю? Правильно. Зачем пользоваться этим бесполезным навыком? Да, вообще, такой бесполезный прям вообще. А вот, кстати, момент, когда сандали с того могут пригодиться. Кидаем наперед Джейд, она... Ой. А что такое? А что за дела? Феромоны хочу, феромоны! Как же не хватает феромонов, капец просто. Смотрите, игру кенгуру просто стал такой, стоит на месте такой, что делать? Мне очень не понравилось то, что... Хамелеон, смотрите, просто на пофиг, ему пофигу! Бесполезные! Бесполе... Инструменты. Сандали святого. Сандали святого. Сандали святого. Ну, вы все видели. Вы все видели. Слов нет. Тима сандали святого. И я с ним. Я единственный, правда, кто на воде был, в отличие от этих вот сандальных святых, да? Назовем их так. Взяли предмет, ноль использования. Вопрос, зачем? Зачем? Он им нужен был, если они им не пользуются. Это чудеса. Зацените, как спавнится, конечно, сквад. Интересно, да? Часть тут, часть там. При том, что мы не двигались. Нормальный баланс. Тут вообще показывает какого-то левого пингвина. Но по итогу это наш сквад оказался. То есть нам на картинке показывали, что мы в одном скваде, а то оказалось, что это два разных сквада. Шикарно. Шикарно просто 10 из 10. Ну, залутайте дробовик, ну. Ладно, залутало, хватит. Так, пингвин там лук не нашел? Нашел, хорош. А лук это прекрасно. А лук мы лутаем. Вот, зебра даже аптечку залутал. Шикарно. Два пингвина, фламинго и зебра. Ну, кстати, будем играть в дальний бой, получается. Ну, это нормально. Мне бы еще золотое копье, и можно было бы вообще кайфануть от этого боя. Красивейшим образом сбриваем. Друга орла сбриваем. Друга орла, который был тоже орлом. Это совпадение. Это совпадение. Наверное. Опа. Не промахнулся, как всегда. Но дробовиком добили, луком добили. Ну, енотик бежит. Енотик, куда ты бежишь? Как ты думаешь? Ой, ну, конечно, ему побегать надо. Блин, надоел.
Я думал ставить на него турельку, не ставить турельку, мне было просто лень. Но по итогу пришлось ставить. Потому что енотик оказался с аптечками, оказался быстро бегающим, кнопки нажимающим, активный навык смог нажать. Да, смог. В нужный момент, правда. Ну, мне эти орлы понравились, конечно. Такие жесткие. Вот реально, пчеле нужны феромоны. Вот с феромонами, неважно, кто в тебя залетает, просто ставишь турельку и такой, привет. И лук сверху, да, и тот, кто получил этот бонус невероятный, да, от феромонов, так сказать, стан, да, от феромонов, тот, наверное, очень счастлив в тот момент. Стоит, получает кучу урона, выходит почти мертвый. Шикарно. Ну, опять же, этот момент очень можно легко пофиксить, если персонаж по Генри, который нажимает две кнопки, у него фулл хп, за счет зубов вампира, за счет своего личного отхила, да, таким навыком условно. Опять же, Генри могут быть тоже феромоны, и как бы обернется все в такую штуку, что по итогу можно и развалиться. Но для этого у пчелы есть подвижность, какая-никакая, да, которая позволяет ей двигаться. Мой меткий дробовик зашкаливает, просто это меткость богов. Как всегда, там какой-то баг очень жесткий, решил ворваться. Ну, посмотрите на этот лук, не имбовый, да, лук? Не имбовый лук. Просто не имбовейший лук. Ну, баг молодец, он врывается. Команда, в принципе, противника все молодцы. Ну, кроме кенгуру, который не вовремя подставился и получил очень много. Вот заметьте, кстати, видели только, что Лиззи замедлилась, да? Это вот поставленная турелька в нужный момент. Она почти сразу кидает замедление, которое необходимо для того, чтобы, ну, заметить противника. Ой, прости, братан, не заметил. Не заметил. Так, погнали лутать аптечки. Я турельку поставлю, отхилюсь. Ну и там, в принципе, один где-то противник еще бегает. Последний герой. Или гений. На букву Г. На букву Г. Как же звучит-то хорошо. Ладно. Вот оно. Ну, пытается драться. Видите, даже кнопки нажимает. Но в зону убегает, это осуждаем. Осуждаем убегание в зону. Гений, просто гений. Вроде, знаете, вот смотришь на человека, и, ну, на игрока, да, и думаешь, вроде кнопки нажимаю, значит мозг есть. А потом убегает в зону, ты понимаешь, а нет, оказалось, что мозга нет. Наверное, случайно нажал на кнопки. Бывает. Случайные нажатия. Ладно, ребятки, вот такая сегодня пчела. Сьюзи. Мощь, сила. Как бы 17 уровень взял, разницы не заметил. По стандарту. Поэтому будем на этом заканчивать. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Если что, прокачал двух персонажей. Если что. Кто там? Вчера змея, сегодня пчела. Нормально, как бы, продвигаемся, да? Там, кстати, видел, ребятки скидывали в Дискорде скриншотик, у них тут и по 10 прокачек надо сделать. То есть, понимаете, может быть у вас там... Я так понимаю, просто у человека не было вот первого квеста на 6 прокачек, а потом где-то вот в середине появилось на 10. Но это не точно. Возможно, после 6 ему еще и десятка выпала, то есть 16 прокачек нужно сделать, да? А тут в конце, наверное, еще один такой квестик на 25 примерно, да? Или на 30? Ну, в общем, как вам, а? Красиво разработчики делают, да? Шикарно, это же надо быть настолько гениальным. Хотя, о ком мы сейчас говорим, вот, ребятки, о ком я сейчас говорю? О разработчиках зубы. У нас игра про кого? Про гениев. От кого? От разработчика зубы. Поэтому, когда вот такое случается в игре, я думаю, тут вопросов вообще не должно возникать. Это как бы стандарт для игры. Квест неадекватнейший, максимально. Не работает при этом. Кто могли его сделать и добавить в игру? Дорогу лап. Чтобы игроки не могли пройти. Угадайте. С трех раз. А зачем с трех? С одного раза все угадаете. Правильно, ребят. Именно так. Ну что же, на этом прекрасной ноте. Всего прекрасного заговора подкруток, которые тут как бы всегда присутствовал и присутствуют. И это, на это указывает миллион фактов, которые просто невозможно игнорировать. Кстати, скинчик не гнили, нет? Поэтому будем заканчивать. На это все. Теперь дорога лап для вас непроходима, ребятки. Забудьте про этот прекрасный ивент. Хотя, у вас есть шанс залутать вот этот легендарный сундук. Опять же, если тут повезет и нормальные квесты будут. Но все равно нужно пройти, не выполнять некоторые квесты. Опять же, хватит ли очков для того, чтобы пройти до конца, не выполняя квест вот один раз на 15, возможно, второй раз на 15, если этот квест повторится. Сложно сказать. Ну все, вроде сказал, что хотел. Хотя, если честно, можно еще много чего сказать. Но не будем. Не будем, подождем, посмотрим. Может, уберут. Уберут.
Тирпеппера за 11 тысяч гемов уберут. Смешно. Ладно, всем, как говорится, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии и всем пока. Пока.